Олжас Бектенов раскритиковал акимов, пострадавших от паводков регионов, за инертность и нерешительность. По словам премьер-министра, ни один регион, кроме Северного Казахстана, пока не набрал нужный темп строительных работ. Необходимо сдать жилье в сроки, но важно при этом строить качественно, поручил глава Кабмина. Он также напомнил, что во многих регионах сделаны насыпи из земли, глины и использованы мешки с песком. Теперь акиматам надо все привести в соответствующий вид. Мешкотару необходимо убрать и утилизировать, чтобы не навредить экологии. Еще раз напомню, лето короткое, надо все успеть сделать в установленные сроки, причем качественно. К сожалению, в работе местных органов власти отмечается инертность, нерешительность, слабая организация. Особенно надо активизироваться Западно-Казахстанской и Атырауской областям. Никаких срывов сроков быть не должно. При этом для нас важны не только сроки, но и качество проводимых работ. На это нужно обратить особое внимание.